Доброго времени суток. Снова я, Иван Сусанин, и я сегодня с вами решил сделать вот что. В прошлой серии мы взяли задание у попа. У него напряг с его собакой, и вот теперь я буду с этим заданием расправляться. То есть нужно разобраться с несколькими десятками собачек. Пойдем. Поговорим. Первым делом нужно убить 12 собак, насколько я помню. Сейчас попробуем. Что в наших силах мы сделаем? Так. Отлично. Видите, можно даже на одном месте стоять и выполнять этот квест без особого напряга. Так. Привет, парень. Давайте пособираем головы. Головы нам пригодятся, чтобы продать их. Продать и, естественно, получить в итоге за это патроны. Ну, вы видите, я уже несколько серий, хотя, в принципе, наверное, мог бы уже сделать себе что-нибудь лучше. Я до сих пор сбегаю с ПМом, в плохих шмотках. Ну, так что сделаешь? Ладно, будем пока играть таким образом, не очень сильно напрягаясь. Сейчас просто я добью этих собак, и поп мне даст еще пару заданий. Ну что, где-то тут тоже есть очень много собачек. Оп. Так, 10 штук уже есть. Отлично. Еще две. Собачки, вы где? Не нервничайте, собачки. Я вот лично совсем спокоен. Мы собираем сейчас голов собак. И расправимся. Так. С различными. Ну, последняя. Всем. Сегодня я закончил. Ну, закончить-то закончил, но собак мне еще придется, похоже, погасить немножко. Потому что они будут мешать мне уйти отсюда. Чем больше голов, тем лучше. Собачка, привет, привет, собачка, привет. Поп будет доволен сложившейся ситуации. Так. Хорошо. Теперь, я думаю, нужно будет, по-моему, сжечь будки, насколько я помню. Такое задание. С этим заданием, я думаю, мы тоже довольно эффективно и быстро справимся, если найдем эти будки. Господь с тобой, сталкер. Нет больше вашей собаки, я все свору убил. Спасибо, сталкер. Пойду я
надо найти останки моего пса и передать их огню, как и все прочее тело. Сочувствую вашей потере. Господь с тобой, сталкер. Схоронил пса? Нет, не нашел. Ты точно его убил? Они все одинаковые. Эх, сталкер, проблема тогда. Давай так. На моем псе был ошейник. Надписи на нем нет. Но я его узнаю, если увижу. Если найдешь ошейники, неси их мне. Вот так и определим, убил ты моего пса или нет. Может, проще голову принести? Упаси бог, сталкер. Страх такой. Зачем головы? Они хоть и мутанты, но все же твари живые. Нет, неси ошейники. Ну, конечно, поп. Что же может... Что может мне предложить поп? Иногда они возвращаются. Вот какой квест на этот раз у меня. И это говорит, мне нужно найти 3 ошейника. А чтобы найти те самые 3 ошейники... Ошейники. Нужно... гораздо больше собак убить, чем 3. Больше, чем 3. Ошейник, потому что не у каждой окажется. Так, ну тут много собак, кстати. Пособираем головы. И потом просто продадим это все. Они довольно эффективно продаются, еще раз повторяю. За хорошую цену. А может быть, поэтому люди, очень многие люди гасят их просто кучами. Ну а почему они не собирают? Может быть, все-таки мало стоит? Ну, стоит они хорошо. Вот сейчас собаки придут, уверен. Такое затишье как раз оно бывает перед бурей. Собачка пустая. На месте я просто не могу стоять. Стоишь на месте, и в результате... Что в результате? В результате ничего. Я всегда предпочитаю бегать. Бежать, бежать, бежать. Куда бежать, хрен его знает, но... На одном месте стоишь, это все. Так, есть. Один ошейник я нашел на собачке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж такое-то, а? Ладно, давайте отлежимся. Второй ошейник я тоже нашел. Ну и третий ошейник я тоже нашел, однако ж меня чуть-чуть покалечили. Господь с тобой, сталкер, принес ошейники. Сейчас посмотрим. Нет, увы, не было среди них моего пса. Где же он бродит? Спасибо, сталкер, так бы то ни было. Доброе сделал. Ты нас не бросай, раз пса не нашел, скоро демоны снова вернутся. Ну, естественно, давай еще один квест возьмем. Господь с тобой, сталкер. Что нового? Беда! Собаки, которые ты разогнал, обратно вернулись. Как обратно? С того света? Не шути так, сталкер. Конечно, собаки другие, но зараза же та. Сдается мне, они сюда не просто так возвращаются. Тянет их к старым будкам. Слово чую, твари, что предки их здесь обитали. Нужно будки придать огню, тогда псы останутся без крова и... перестанут приходить в деревню. Сжечь все будки в деревне, понял? Возьми зажигалку, бензин у меня закончился, но поищи в деревне, в канистрах капелька да найдется. И будкам. Будкам больше и не надо. Ну все хорошо, все понятно. Мы идем искать бензин. Блин, ночь на дворе, конечно же. Это, ну, в общем-то, ночь-то ночью, но тут не так темно будет, я думаю.
сейчас поищу просто я эти бензин. Бензин где-то находится в деревне. Где точно, я вам сказать не могу, но где-то тут есть канистры. Канистры были. Это я вам скажу точно. Насколько я помню, одна канистра стояла в автобусе. В автобусе. Ну, сейчас посмотрим. Понаблюдаем, где же могут быть эти канистры. Ой, собачка. Собачка. Ладно, ничего у тебя нету. Так, вот здесь вот поищем канистры. А здесь-то нет, наверное. Давай дальше. Помнить бы точно, где они находятся, эти канистры. О, тут меня еще зомбаки преследовать будут. Не хнычьте, ребята, не хнычьте. Вон оно. Да что ж такое-то, а? Что за глюк? Почему я его попасть не могу, а? Разбил. О, похоже, не хана. Вау. Пошел за мной. Пошел. Еще один тут, да? Тут крысы есть. Крыски. А, вот он. Ай-яй-яй. Блин, он. Жаль, конечно же. Давайте полежим немножко. Напряг с этими зомби. Так, где искать канистры? Я что-то даже не знаю, когда они были. Без проблем. А раньше они просто находились в разных других местах, и поэтому. Неизвестно, где их сейчас искать, эти канистры, я не помню. Темно стало вообще, как не знаю где вообще. Темнишча. Толком ничего не видно, и по идее это, наверное, утром лучше выполнять такие задания. Тем более там, где есть куча зомбаков. Так, ну где будем искать канистры, я что-то... Даже в голову себе не приложу. Помнить бы. Тут вообще ничего нет. Тут раньше стоял... А, вот он, автобус, да? Вот для автобуса было полно аномалий. А там что такое лежит? Аномалия, да? Да, полно аномалий. Как туда подойти? Хрен его знает. Вот там случайно не артефакт какой-нибудь? Такое пятно интересное. Мне показалось. Так, ну вот тут вот была канистра. Блин, как к ней подобраться, ё-моё. Там есть чей-то хабар. О, канистра, кстати. Я не уверен. Не уверен, что это та самая канистра, конечно же. Я не могу найти. Найти не могу.
Так, а если с другой стороны попробуем? С этой стороны вообще подойти почти невозможно. Ладно, давай попробуем. Риск благородное дело, но я думаю, что я сдохну сейчас просто. И вполне возможно, что... Ой, собачка есть. Вполне возможно, мне просто не добраться туда, и, видимо, это не так. Возьми аптечку, вы сами можете понимать, что я добряк. А, кстати, что-то я не вижу, чтобы опыт не давался. Раньше был опыт за выполнение таких квестов, сейчас... Сейчас почему-то не получается. Ладно, наверное, не здесь. Все-таки здесь не может быть, на мой взгляд, канистры, по той причине, что... Если бы здесь была канистра, то, я думаю, была бы возможность к ней подобраться. А так, в темноте, вообще я не знаю, где это все искать. Стало совсем темно. Вообще темно. Так что я думаю, пока прервемся, то не видно ни вам, ни мне. Все-таки я у себя не чувствую достаточного количества профессионализма в том, что я снимаю там, допустим, эти видео все, да. Некоторые мне просто кажется действительно получается у меня высшим пилотажем, высшим, я говорю не именно об сталкере, я имею в виду высшим пилотажем в плане того, что игры получается буквально запись серии топовая, а некоторые вообще провальные, я даже ощущаю, что вроде бы снял, в итоге получается какая-то херня. Конечно, стабильности не хватает, да? Чтоб все... Чтоб все записанные видео были у меня топовыми. Серия у нас посвящена явно опа, их тут двое, работай с собаками. Я ничего не понимаю, какого хрена я их не могу убить. Подождем опять же. Канистрочки. Так, ну одна канистра. Одна канистра у меня. О, я нашел хабар. И немного, немало, да? Одна канистра у меня находится здесь, но тут, к сожалению, она окружена, похоже, аномалиями. Так что здесь проблематично подойти. Вот, вы видите? А канистра вон там, он в автобусе находится. Если вы можете заметить, вон она, да? Вот, и к ней подобраться никак. Но, видимо, тут нету бензина. Значит, будем искать в другом месте. Второе место, где была, по-моему, канистра. Канистра была где-то вот... Нет, наверное, не здесь. Канистра... Вот она. Вот она стоит, вторая канистра. И там, оказывается, тоже нету бензина. Ни капельки. Ну, тогда давайте третью канистру посмотрим. Это точно что-то есть, потому что я куда-то не туда зашел. Почему я не могу убить, а? Я не понимаю. Что такое? Может, на него ПМ не действует? Отравление. Позеленел я немножко. О.
бандирование с этими сопротивления зомбакам тут бывает очень тяжело, потому что они такие злые бывают, просто кучами бегают. Когда вы в амуниции, естественно, хороший, шансов выжить гораздо больше. По идее, у меня, наверное, ничего не получится, у меня всего 57 тысяч, то есть мне не так-то просто это все приобрести будет, для этого нужно время. Время, не только квесты, но и упорство. Да что? Становится уже совсем светло, но меня убивает просто... Я не привык, я уже отвык от того, что какая-то простая шавка может меня убить, потому что у меня было достаточно хорошее обмундирование в свое время, и поэтому так просто шавка любая меня поразить не могла. Ну вот, поищем сейчас третью. Третью канистру. Ну вот, собачка еще. И еще одна собачка. Ну, что ж такое? Так, соберем все, что возможно, и пойдем первую часть задания выполняем. Так, взяли бутылку канистры. Отлично. Теперь будем искать будки. Три или четыре их надо, я что-то, честно сказать, не помню. Ну, по-моему, три. Сейчас найдем бензинчик. Бешеные собаки, а? Голова, голова, голова. Наберешь голов, потом потеряешь с того, что тебя убьет какая-нибудь шавочка. Так, ну тут, по-моему, всех поразили. Пойдем искать будки. Одна будка. Ух ты. Ай-яй-яй-яй. Как легко они меня со мной расправились. Одна будка вот здесь, по-моему, да? Давайте отлежимся. Не хочется бегать туда-сюда по 10 тысяч раз от попа до этого места. Ладно, пока лежим, подумаем, пока думаем, полежим. Так, патроны кончаются. Ну, я думаю, что сейчас скоро уже я закончу задание попа и закончу сегодняшнюю серию, соответственно. Сколько собак мне пришлось убить, просто... Диву даешься. Так, ну вот первая будка. Бля, одну сожгли. Что ж они тут ходят-то везде, а? Вот вторая, наверное, да? Насколько мне помнится. А, вторая, да что ж вы, а? Злые шавки, а, ой, какие злые. Отлежимся, я не хочу бегать туда-сюда, еще повторяю. Так. Пока у меня есть время, я думаю, я голову собак объединю. Набегаешься, настреляешь, а потом эти головы пропадают, потому что у меня не прокачано сохранение хабара. В тот момент, когда я умираю, оно остается на месте моей гибели. Все, хорошо. Сейчас найдем третью будку. Третью будку найдем, и я думаю, теперь в этом случае уже... закончим. Третья будка. Если бы помню, где она находится. Ну, я примерно могу себе представить, где она находится. Она также в деревне. Но с какой стороны в деревне? А, ты падла, а, да что ж ты? Понял, да? Скорее всего, это она и есть. Ладно, отлежимся еще чуть-чуть. Уже 50 секунд. Увеличивается наше время отлежки.
Так, ну давайте в это время посмотрим, пока что у нас есть за задание сжечь будки. Я взял у Дебенко новое задание. Разведчик Тверлоки. Нужно убить 5 верлок. Окорочка. Мне нужно убить 3 кабана. Причем таких кабанов, которые понравятся гурман. Там чудеса. Там леший бродит. Нужно сходить в квадрат на болоте. Аномальная медицина. Нужно фармацевту принести лапу верлоки и 9 лап паука. Когти медведя. Это у меня попросил некий Буч. Парень довольно с плохой соображалкой. Вот и все. Закончили квест и возвращаемся к папу. Избавился наконец от этого квеста с кучей убийств собак. Но... В принципе, это не сюжетная линия, но тем не менее она дает кое-что. А, нет, сюжетная, потому что я помню, как группировке Вороний лес нужно будет помочь. Естественно, вымогательство денег, соответственно, когда помогаешь группировке Вороний лес, тебе открываются новые возможности. Ну, это длинная история. Если все помнить, все рассказать сразу, то вся сюжетка здесь просто огроменная. И тем более я до конца сейчас не могу ее сказать, потому что обновления вышли, и сейчас я не знаю, даже может быть есть что-то новое, что-то интересное. Я еще не всех здесь участников знаю, которые тут. Так, ну что ж. Господствуй, сталкер. Будки сжег. Правильно сделал, возможно, теперь в деревне наступит покой. Я получил 800 рублей и 3000 опыта. Так. Ну вот и все. Поп больше в моих услугах не нуждается. Значит, сегодня с собаками мы расправились и, думаю, серия подходит к концу. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всего вам доброго. Пока.